Девчонки, мальчишки, всем привет. Вот показываю. Ну вот так вот забабахало. Ну, цемент сохнет, конечно, еще пока страшненько. Я потом все это сделаю под цвет дома. Все, как говорится, инструменты есть. Ну вот так вот. А? Ну что думаете? Такая клумба-стол. Клумба-стол. Можно пить, можно цветы ставить с горшочками. Можно, не знаю, все, что хочешь, можно. Короче, такая задумка моя. Все выполнено. Вот чем я занимаюсь в выходные дни. А, мои красотки цветут. А чем вы занимаетесь в выходные дни? Рассказывайте, не стесняйтесь, пишите комментарии. Будем в комментариях общаться. Я говорю еще раз, я не блогер, у меня монетизация не подключена, никаких денег у меня нету, никаких этих лайков я не клянчу, никаких подписок я не клянчу. Этот канал создала, чтобы показывать своим родным, близким, друзьям, чем я занимаюсь. Потому что в WhatsApp, когда высылаешь это все, это засирает телефон, память. Поэтому, конечно, YouTube в этом... деле палочка-выручалочка. Но, опять же, бонус плюс. Благодаря Ютубу я нашла кучу друзей. Вот. Новых, хороших, приятных людей. Приятное общение. Это же здорово. Ну, красота же. Ой, я не могу налюбоваться. Представляете, вот такое чудо. Чудо на одной ветке. Мультироза. Ну, вот. Вот такие у меня новости. Всем доброе утро. Я тут этот утренний круг почета делаю по своим этим цветам, да? Тут вообще миллион цветов, да? Обалдеть. Расцвело все. У нас такое бабье лето. Настоящее бабье лето. Паутина везде. Американцы говорят, не бабье лето, Indian summer. Indian summer. Не знаю почему. Этот, соседи спилили дерево, смотрите, лысое все стало. И спилили вот этих два куста. Помните вот эти кусты, которые весной цветут миллионом цветов розового такого цвета, прям розового-прирозового? Так этим кустам было лет, ну не знаю, ну по 30 как минимум. Смотрите, блядь, спилили все. Это, конечно, ихние проблемы, но... даже те тупые эти, которые тут жили, мексиканцы, и то не тронули. А эти взяли все, попилили. Вот, представляете, вот когда у человека мозг как у курицы, да, они даже не соображают, сколько нужно времени, сколько нужно лет, чтобы вырастить это все. А спилить все, хуяк-хуяк, быстро-быстро, похер. О, ну ладно, это, как говорится, не мое дело, но у меня просто это, я как увидела, сердце кровью облилось, я просто понимаю, сколько лет надо это все вырастить. Тут не знаешь, что завтра будет, может, сдохнешь. Пока увидишь плоды своего этого труда. А эти, блядь, приперлись. Причем в арендованном доме, хочу заметить. Ну, не в своем. Может, будут покупать, хер его знает. Так, у меня это... все. Я сваливаю... маман сваливает на работу. Что-нибудь увижу интересное, вам покажу. Эти розы мои цветут. У меня радость. Радость и отдушина. Смотрите, прям, да? Это же надо, такая красота. Гуси учат детей летать. Сейчас везде такие эти косяки гусей летают. Тудынь-сюдынь. Но они пока их так учат над своими этими озерами летать. Но уже идет подготовка. Подготовка улетать в теплые края. Тут хочу показать вам, да, вот это. Доделали плитку. Несложно ее было пилить. Я думала, она, да, такая будет. Ну, прям сложная. Видите, как подогнала. Плитку к плитке, прям не надо швы затирать. Единственное, там дом надо закрасить. Ну, тот цемент. Чтобы было одинаково. И все. Короче, такая вот у меня клумба-стол. Потом цветы отцветут. И я вот так вот трин-трин-трин-трин продолжу. Клумбочку сделаю красивую. Видите, все время, летом жара такая стояла, что вообще невозможно было что-то делать. А потом уже вот тут будет все.
Короче, все требует времени и финансовых затрат. Не так все уж просто. А вот с этим камнем, кстати, очень легко работать. Очень легко. Они продаются вот прям пластины. Такие вот плоские пластины, а есть прям такие вот пластины, как угол. То есть, как пазл. Раз-раз-раз собираешь, как пазл, и все. Самое тяжелое в этой работе, это мешать вот эту мастику до нужной консистенции. А все остальное фигня. Девчонки, зашла в магазин, и мальчишки, купить календарь. На следующий год вот уже появились. Я тут сделала покупки другие, я тут смотрю календари. И я такая думаю, котики? Нахера мне котики? У меня своих котиков дофига. Раньше там были какие-то путешествия туда-сюда, а сейчас я такая думаю, как реальная бабка, куплю-ка я базар, да? Такой бабушачий календарь. Я не буду, он мне поставил. Всем привет! Вот у нас тут корпоративное мероприятие для взрослых, детский сад. Мы тут в игрулечки играемся. Короче, если кто-то попадет... Бляха-муха! Если кто-то попадает мячиком в эту красную фигню, чувак со стула падает в воду. Ну, сегодня жарко, хорошо, да? Мореход. Так, тут у нас еда. Тут нам раздали карточки, мы поставили штампики. И у нас будут угощения. Людей куча. Всем привет еще раз. Вот сколько людей собрали на парковке. Короче, мы сегодня гуляем, отдыхаем, там игрулечки. Будут разыгрывать призы. У нас тут какая-то лотерея проходит. Призы все выигрывают. Ага, сейчас там. Кто там, что там выиграл? Мы ничего не поняли. Стульчик какой-то или что он выиграл? Гифт-карт. Ага. А, гифт-карт. Так, все, следующий. Все покушали, выпили. Он там мороженое все берут. Там водичка, там пончики. Тут вон, что хочешь, то бери. Ну, что там? Еще тут у нас разнообразие, да, всех национальностей и прочих. Выговори правильно имя и фамилию, вот это проблема. Там вон наши мальчики стоят. Кто? Кто это? Кто это и что это? Зашла в магазин, честно говоря, даже не знаю зачем. Слушайте, тут мыло, блин, как оно пахнет. А, вот это вот, я не знаю, что это такое, розмарин и лимон. Боже, какое классное. Это вонючее. Фу, это какое-то. Короче, вот это лавандовое классное. А вот это прям мяткое пахнет жвачкой. О, какая прелесть. Блин, я не знаю, купить что ли кусочек. О, ну реально классно так пахнет. Девочки, пришел заказ. Смотрите, какая красота. Просто вот нежность. Это белье, вот это Сома. У нас было два магазина на весь Миннеаполис, но закрылся один. 150 раз лучше этой Victoria's Secret. Вот смотрите, был $62. Я купила онлайн по акции, по-моему, 12 там с копейками доллара мне вышел. Ничего не жмет, ничего не давит, цвет не теряет, не растягивается. Вот эти, тут такая резинка удобная, эти жировые валики подтягивает. Короче, я не знаю, я не рекламирую. Я просто попробовала, мне очень нравится. Рекомендую, серьезно. И это такое, я вам скажу, ну, не дешманское белье, а элитное. Ну, конечно, не это. La Perla. Ну, не знаю, можно и с La Perla потягаться. Это только своими этими.
рекламами берут. Смотрите, какое оно нежное. Крепкое. Стираю без этих мешочков.